Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришли особенные карандаши механические фирмы Куратога, но эта фирма работает под Mitsubishi, которая и создала такой механический карандаш с тонким грифелем, в данном случае тоже 0,5 мм. Но в отличие от обычных карандашей механических, которые сейчас на обмене самое разнообразное количество разных производителей, вот китайских, корейских и других, отличительность особенность данных карандашей в том, что в отличие от стандартных карандашей, которые пишут с грифелем неподвижно, грифель находится внутри, он закреплен благодаря механизму скрепления. И в результате этот грифель при написании со временем приобретает острые края, в результате чего происходят задиры бумаги. В этом же случае у вас грифель закреплен, но движется по окружности, тем самым осуществляет круговое движение, и грифель с разных сторон втачивается, когда вы чертите, рисуете или еще что-то делаете с этим грифелем, пишете с этой карандашом. И в результате как таковых задиров нету, и в основном идет однотонное писание. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет данный карандаш? И в исполнении двух вариантов, это черный и серебристый. Есть еще варианты пластиковые данной фирмы. И с тем же самым эффектом, который можно приобрести. Здесь вот написано фирма Куратога. И вот здесь вот внизу написано, что Mitsubishi изготовитель данных карандашей. Может, какое-то подразделение. Данные карандаши являются японским производством. Здесь вот написано Made in Japan. И здесь все по-японски написано. И вот здесь вот показан пример, как обычный карандаш действует, то у него получается вот такой срез. А благодаря этому карандашу можете сделать на паузу, взять Google Translate и перевести, что здесь написано по-японски. В результате стачивание идет более равномерное со всей поверхности. Давайте посмотрим, что находится внутри. Здесь язычок. Как вот раскрывается. Здесь вот надпись Mitsubishi. И то же самое, о чем я говорил. И внутри находится вот такой вот карандаш. Он выполнен пластико-металлический. Здесь стандартная резинка. Сюда вкладывают грифели необходимые. Здесь вот окошко, которое говорит о том, что когда вы будете писать, это вот рисунок будет по кругу уходить, и постоянно при каждом нажатии у вас это дело все происходит. И внутри вот у нас находится металлическая часть, колпачок, и сам механизм. Вот такой вот карандаш. И фирменная Mitsubishi Uni. Вот, кстати, у меня есть достаточно древний, только единственный он уже прошел огонь и воду и медные трубы. Кончик это не его. То есть раньше такой вот продавался лет 20 назад. Изначально пришел вариант. А здесь был носик тоже черный с металлическим стержнем, из которого выходил стержень карандаша. Прекрасно работал в свое время. И вот, причем пришел стоимость данного карандаша всего $10 озвучено фирмой производителя. И давайте сейчас посмотрим, как принцип действия данного карандашика. Есть у нас бумага. Взял я несколько карандашей, пилот и корейский вариант. И давайте посмотрим, как разными карандашами осуществляется написание, в том числе и посмотрим, как пишет этот карандаш. Ну, я не знаю, сейчас видите или нет. Давайте другой вариант посмотрим. Ну, тоже. Не знаю, видите, не видите. Эффектик. Когда вы соприкасаетесь с острой частью, иногда могут происходить задиры. И давайте посмотрим, как этот карандаш работает. Вот внутри находится стержень. И вот, как видим, он амортизирует и уходит надпись. И стандартное обозначение. Сейчас она вернется назад. Вот, видите, вернулась назад. Идет по кругу, тем самым
лучше происходит оформление и написание. Кстати, можно и варианты черчения. Смотрим. Кстати, данный карандаш можно использовать не только с обычными грифелями черными, но и в настоящее время выпускают грифели разноцветные, имеется в виду разных цветов, там красный, синий, желтый и тому подобное. Единственный недостаток, конечно, если вы рисуете либо изображаете что-то, то вам понадобится несколько карандашей, ввиду того, что если вы в дальнейшем будете применять какой-то другой цвет, вам нужно будет достать грифель и внутрь поставить тот грифель, который вам нужен по цвету в данный момент времени. Хотя и обычные карандаши необходимо точить, подтачивать, на это тоже уходит время. Поэтому основной базовые карандаши, которых будут цвета, можно приобрести и в дальнейшем использовать. Вот я вам продемонстрировал возможности данного карандаша Kurutoga или Mitsubishi. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.